Для пошива шапки ежика потребуется 0,5-0,7 метра серого габардина, резинка бельевая 20 см, нитки в тон, косая бейка. Из меха или шерсти выкроить две детали для лицевой части мордочки. Из серого габардина две детали подкладки шапки. Три детали клина для задней части шапки. Четыре детали ушек из шерсти. Две детали для мордочки из поролона. Две детали из белого трикотажа для глаз. Одну деталь из черного трикотажа для носика. И из кожзама две детали для ресниц и две детали зрачка. На зрачках вырезать треугольники, имитируя блики в глазах. Соединить последовательно клинья шапки, проложить строчки, обрабатывать края и отутюжить швы. Попарно соединить детали ушек. Зрачки из кожзама приклеить в середину глаза, чтобы не смещались, и проложить строчку по контуру зрачка. Высечь излишки ткани по изгибам шва на ушках, вывернуть их на лицо и отутюжить. Сделать подгибку края на задней половинке шапки на ширину резинки, проложить строчку. Проложить две строчки с широким шагом по контуру детали глаз. Потянув за две ниточки, собрать деталь, сделав ее объемной. Нитки закрепить. Набить глазки синтепоном, завернуть края внутрь и хорошенечко закрепить вручную ниткой с иголкой. То же самое сделать с носиком. На деталях верха мордочки по выкройке отметить местоположение глаз и выточки. Выточки стачать и отутюжить. Глаза пришить вручную потайным швом. Вставить в кулиску резинки, концы по бокам закрепить вручную, чтобы на примерке можно было скорректировать объем. Приклеить ресницы, чуть заходя на глаза. Проложить по верхнему краю закрепляющую строчку. Соединить лицевые части мордочки. Вручную к шву пришить детали из поролона.
Подрезать поролон так, чтобы он не попадал в нижний шов. Соединить выточки на деталях подклада и отутюжить. Верхний шов на детали подклада мордочки соединить и обработать его на оверлоке. Пришить подклад к мордочке. Пристрочить припуск шва на сторону подклада, чтобы шов лучше лежал. Вывернуть на лицо. Выточки на лицевой части вложить в прорези на поролоне. Прикрепить подклад к поролону точечной закрепкой. Пришить носик. Отметить выточки на накидке. Соединить их и отутюжить. Обработать край накидки косой бейкой. Подготовить иголки из кожзаменителя. Приколоть их швом вниз к верхнему срезу накидки равномерно и пришить на 0,5 см от края. Соединить заднюю часть шапки и накидку. Приметать ушки к мордочке. Приметать накидку с задней частью шапки к мордочке, тщательно совмещая середины и края деталей. Проверить качество соединения, проложить строчку и обработать шов. Мелом сделать разметку на накидке и пришить иголки в шахматном порядке. Их будет около 70 штук. Стачать выточки на деталях яблок и грибочка. Определить местоположение украшений на накидке, наметать их в нужные места. Проложить строчку по контуру детали
оставляя отверстия, и набить их синтепоном. Отверстие зашить. Пришить веточки. Иголочки можно сделать совсем бюджетно, из плотных пакетов для мусора. Скрутить их конусом, край приклеить клеем, набить синтепоном и пришить к накидке. Сначала направляя их вверх, затем, отогнув вниз, проложить отделочную строчку по краю. Ну вот, шапка ежика готова. Модно экономить легко. С вами была Юлия Морозова, автор блога Модный Хендмейд. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал. До скорой встречи!